Добренько. Всем добренько. Олег, добренько, добренько, Юрий. Опять привет, Олеж, ты не играешь в свои любимые игры. Ну, я уже все. В свои игры любимые играть, это люди не будут их смотреть вообще. 5 человек меня будет смотреть тогда, если я буду в свои любимые игры играть. Чтобы меня смотрело хоть сколько-то человек, мне надо играть то, что люди просят, а не то, что я люблю. То, что я люблю, очень мало кому нравится. Я уже поиграл в Last of Us 2. Люди, блядь, настолько взвыли от этого прохождения, что сказали, никогда в жизни больше себя смотреть не будем, блядь. Заебался своим Last of Us. Поэтому любимые свои игры я играть уж точно не буду. Не хотят люди. Так. Ой, блин, какая-то хрень, блин, нашел какую-то хер. Блять, вот эти крысы, надо их ёбнуть всех. Да ёб твою же, блин. Они мне, блин, не дадут нахрен искать ни хрена, пока их не убью. Так. Тонкие звериные кости. Не, мне вот это вот как раз таки не очень. Ну, слушай, а если я туда? Ну, кого? Так. Пути. Да, благодать подскажет тебе, что делать. Она укажет тебе верный путь, заблудшая, погасшая душа. Пусть даже этот путь заканчивается смертью. Угу. Ну, понятно, надо вот за этими. Сильно ли тяжелая игра? Привет, Виталий. Нет, игра легче, чем обычные Souls. Полегче, чем Dark Souls. Самый такой более относительно приятный по геймплею Souls это. Проще, чем другие. Графика хорошая, лучше, чем в Dark Souls, но хуже, чем в Bloodborne. Кого ты там дуешь, блядь? Призвать, что ли, кого-то на помощь собрался? Ой, бля, хорош, нахуй. Ёб твою мать. Да к вам, ребята, лучше не суваться. Сука. Здравствуйте, дорогие друзья. Я снова вас всех рад приветствовать. Ой, блядь. Не-не-не, походу сюда я рано. Это ёбаный рот, блин, что происходит. Стало быть, это нам наверх надо забраться. Ну, вон там мужики идут. Чилят. Разъебал чисто. Так, кинжал. Там он, наверное, стрёмный. Тлеющая бабочка. Так, тлеющие, кстати, бабочки, по-моему, нужны для прокачки фляг. Что-то подобное там было. Да, блять, батя, ёпты. Где ты там? Давай, 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 давай. Ну нахрена три-то сразу, ё. Что там, не оставишь что-нибудь хорошенькое? Ничего не оставишь, ну ладно. Там дядька какой-то сидит.
Не, этого не надо нам убивать, нахрен надо. Что-то взяли. Да иди ты в жопу, да что ты, сука? Предстали. Этого пидора я не убью. Да, блядь, ёбаные вы собаки загрызли, а? Ну как так-то? Чё, побрал, блядь. Прям набегают толпой, тут же разъябывают вообще. Сука. Просто прибегают и разъябывают. Прибегают, блядь, и разъябывают. Толпой нахрен, заебали, блядь. Сильно ли тяжелая игра? Привет, Виталий. Нет, игра легче, чем обычные соусы. Блин, их убить всех. Заебали они, блядь. Да ёб твою мать, кучу мало опять бабахнул. Не хочет для меча я силу качну. Ну я качну в следующий раз силу. Спасибо за стримы, они делают мою жизнь лучше. Всегда пожалуйста, мне приятно. Ой, приятного просмотра. Так, ну что тут у нас? Сейчас. Ну что, танкуем нахрен. Будем танковать. Да, ну этот меч гораздо быстрее, как никак. Сука, все равно, конечно, бьем. Ресивер и усилитель. Ну, ресивер и есть усилитель, просто он не просто усилитель, а... Да я дядя Лео не знаменитость на ютубе, я обычно малоизвестный блогер. Я вообще не распространяюсь по поводу того, что я там что-то делаю на ютубе. Блять, то пиздец он нахрен. Клык Ищейки я получил. А, блядь, чё ж ты нахрен по мне тут херачишь-то?
Вот так-то лучше. Так, этого говноеда завалили. И это хорошо. Нужно пятеру денег. Блять, ёбаный ты рот на! Сука, блять. Извините за мат, извините, я не хотел. На плазме-то да, я согласен. Картинка была бы вообще, ёб твою мать, насколько крутая. Советую всем посмотреть. И что мне в нем понравилось, в том, что мир в нем гораздо круче, чем у Нолана. То есть у Нолана вот этот вот Готэм, как обычный Нью-Йорк, то есть вообще ничем не отличающийся. А здесь, блин, охренительно был Готэм, такой очень футуристичный, фантастичный. Мне очень понравился. Так что фильм хорош. Вообще люблю старые фильмы пересматривать. Сейчас у меня коллекция фильмов хорошая. Я вот сейчас пересматриваю, особенно вот колонки вот эти вот взял. Ну, центральный канал, он должен ко мне приехать в скором будущем. Вот, а фронты и тылы уже есть. И я тут пересматривал всю трилогию этих терминаторов, чужих пересмотрел всех, пиратов Карибского моря пересмотрел чисто из-за музыки. Там типа и Полк Аудио, и Sony, и эти самые, блин, чё опять... Лажаю. Ёбаный ты рот нахуй! Да нихуя себе, блять, а? Какой парень-то он жесткий, а? Валякать его там. Да, там по-любому где-то... Алой, да, алой, конечно, поливал Роман. Я постоянно слежу за алой. Да ёб, блядь! Так, давайте аккуратнее это место. Походу, действительно, надо было через ворота идти. Ты давай это самое, в дудочку свою не дуй. Суки, а? Да вы суки, блядь! Зараза, а! Шайтаны проклятые, охренели вообще! Надо его как-то более аккуратно валить. О, ёб твою мать, это чё за вертолёт нахрен? На гараж, прыгаю на гараж, антенны не цепляю, всё будет... Ну, чтоб тупо не разбиться. Вот, с этой крышей мы пойдём вот на эту крышу. Блять, птица ебаная за мной загрелась. Да, блядь, сдохни, тварь! Ебаная мразь. Еле убил.
Так, вот так-то лучше. Так, этого говноеда завалили. Я... Ни хрена я не понимаю, где она, сука, тупая. Шалашовка, мать твою. Ну тут этот гигант ссаный, боссаный. Блять, прям по херу ему глуплю. По писюну, блять, ебашу. По писюну, блять, ебашу. Ну и чё толку от этого гиганта, блять? Он есть, что его нет, его убивать как ссаного говноеда можно спокойно вообще убить. Но при этом воительницу ты все равно не найдешь. Все. Воительница пришла, сейчас будем разъебывать. Я, знаете, что сейчас будем делать? Разносить кабинет. Просто разносить кабинет. Воительница, давай вперед из песни. Excuse me, sir. Лейка, лейка М7. Буква М. Шикарные мусташи, шикарнейшие усы. В Н. На тебя трубой просто проткнул, трубой.